Всем привет, друзья, с вами ваш Френд, и сегодня мы поговорим об обновлении Модаута. Короче, разработчики показали нам вот такие скрины. Это очень круто, но давайте посмотрим сюда. Аэропорт, но у меня возник вопрос, добавят ли самолеты в игру. Ну конечно нет, только тогда, когда Модаут обгонит GTA, но смысл добавлять аэропорт без самолетов? Ладно, это мое мнение, извините, что сравниваю Модаут с GTA. Также обновят арсенал, а точнее модельки оружия, это круто, все так прикольно обновили. Также мы получили скриншот от самого Влада Иванчука, но тут в Модауте ночь, но это сделали специально, чтобы мы не поняли, что за машина, но это наверное BMW какая-то. Ну и внизу написано интуиция, рядом есть алмаз, но это новые миссии, ну ладно, ребят, спасибо за просмотр, всем пока. Всех с Новым годом, а он прошел, ладно, пока.